происходит? Блин, пипец ты качок. Ты еще и в гетрах, вообще как педик. Тихо! Нормально, я просто вырос, меня папа бил. Может, и поближе тогда, не знаю, как-нибудь. Во, отлично. Ты точно удержишься? Я постараюсь... Не... Я почти... Подожди, нет, вылетел! Я в какой-то странной позе вылетела. Ну, почему ты не кидаешь? Как кидать? Что? А, вот. Не то. О, все в порядке. Смотри, короче, они сейчас все будут тошниться. У тебя тоже такая есть? Нет, они умирают вообще. Нет, их рвет. А я могу блевать от этого? Нет, ты не можешь. Блин, ну что за игра? Опять полчаса загрузки, полчаса того, полчаса этого. Тихо, легче. О, не-не-не, о, господи, спокойно. Вертолет — это вообще жесткая штука, намного проще самолетом управлять. Что у меня вообще вертолет? Да я на вертолете летаю. Очень сложно это все, очень сложно. Да нет. Смотри, о, вот я... твою мать, я сама себя взорвала. Восстанови меня, пожалуйста, я жопой застряла. Помощь. Прям, знаешь, музыка I need a hero, и я так вот прилетаю. I need a hero. Так. Ты что ты делаешь? Меня твой вертолет просто насилует. А, вот, нормально. Это я ему приказал. Так, ты что, мой вертолет? А, нет, ты будешь как просто... Блин, ты... Давай, я сажусь. Все нормально. Нет, не очень вышло, подожди. Еще раз. Все, ты садишься? Я не знаю, я вроде бы в нем. Да, где я? А, я как пассажир. Ладно. Тут, короче, где-то есть зона вроде с этими, с зомбаками. А он не стреляет? Да ладно, почему ты такой голимый взял? Он же не стреляет. Что? Это стиль, ты ничего не понимаешь. Вау, у меня ракетница есть, оказывается. Кабум! Ой, не попал. Сейчас. Тихо! Да почему я промахиваюсь? Я должна была попасть тебе. Опять промахнулась. Блин. Да, блин. Фак, я попала. Ну смотри, если я загнусь... Не, не загнешь, нормально. Черт, да что, банк? Это была почка. Почему они вот через эту невидимую стену не могут пройти? Какую невидимую стену? Просто они встают и не могут уйти к нам на дорогу. Вот что с ними происходит сейчас. Че, реально? Да. Они не могут? Вау, прикольно. Мы в какой-то безопасной зоне, короче. Никто не может к нам пройти. А может это просто... О-о-о, безопасная зона, говоришь? Ну вот где я стою, было безопасно. Тихо, вот сейчас посмотрим на твою безопасность. А, они... Ну, смотри, они сгруппировались в кучку. Они решили обниматься. Почему ты упал? От тебя отскочила граната. Я пойду их дилдаком отпи... Ладно, я не буду. Подходи. А здесь секси-телочка, мулаточка. Что? Здесь мулаточка бегает. Я должен ее убить или что, или отпиздить? Нет. Я думала, тебя это заинтересует. А, нет. Меня интересуют только бородатые мужики. Тогда все в порядке. Блин, ты вообще реально ужасно встаешь. Ты ложишься, а потом опять встаешь. Меня так мама учила. Слышь, сзади тебя гуськом парни ходят. Я, это да, короче. Окей. А я буду дилдаком рядом с ними бегать. А может тоже так ходить, смотри. Это модно на ИЧ. Типа, гоп, стоп, подошли. Что они делают? Ты кому стреляют вообще? Я не знаю, они типа, надо потратить патроны, пацаны. Блин, а все поумирали, получается. Ну из да. Из наших никого не осталось. Ну, мы типа отличная команда. Я не достреливаю. Это проблема. Нет, смотри, сейчас я под мостом пролечу. Сейчас тут мост найду. Нет, вылезай. Не вышел. По-моему, да, вот я тоже думаю, обычно на дне не бывает мостов, ну ладно. Я случайно, блин, ну как так вышел? Такой самолет запорола клевый. У меня его нет, наверное, я его выполнил. Не-не-не, вот тут стоит, вот где я. А, вижу. И что я должен сделать? Фоткаться. А. Сейчас, я грохнул это, сука. Сфоткался, молодец. А вот здесь вот есть банда, которую можно убить. Пойдем убьем банду. Срочно, это просто необходимо для контроля района. Один сраный бомж — это банда? Что? Нет. Вот здесь. Вот где-то здесь. К-
где-то здесь. Ну, ты видишь кулак розовый? Мне кажется, они в здании. В здание невозможно зайти. Мне кажется, они в здании. Короче, кола для строителей, смотри. Где? Вот. Исключительно для них. Интересно, какой вкус? Ржавчины, наверное, гаечных ключей так. Освежает. Никого нет. О боже, это они DVD-вки, убивай их. Я зачем-то выпрыгнул. О, парашют есть. Как открыть парашют, я понял. Теперь тебе нужно оживлять. Тихо, я рожа в асфальте застрял. Меня вообще это напрягает. Блин, застрял на доме. Нормально все, выжила. Ёлка. Громила странный стоит и просто ждет, пока я по нему зафигачу. Он просто очень вежливый. Да, мы вперед. Мы поехали одеваться, наверное, часа пол назад. Садись, ты сел? А нет, ты не сел. Ну, я сел. А, вот вижу тебя. Все, иди. Машина едет без водителя, короче. Все нормально. А, то есть даже машина не появляется. Вот. Нет. А, точно, да, вот. Долго ехали. Блин, вообще, короче, я так устал. В дороге это. Все, ладно, я сейчас. Немножко осталось. Что? Я буду ждать в машине. Почти. Оставить ботинки. Клёвый свет. Where am I? Сейчас. Фу, отвратительно, что это такое? Нам нужен другой магазин срочно. Да, нет, ну... Ты теперь выглядишь как классная тёлочка. Ну, ты посмотри мою бицуху. Я вижу, как классная тёлочка. Ты именно для этого одел, без галатеры, я понимаю. А, чтобы показать её, выделить, так сказать. Все, мне нужно за руль. Что, Ань, да я могу отвезти. А ты не знаешь, куда ехать. Ты просто говори право-лево. Назад. Заебись. Просто ты лагаешь мне, это мне сложно определить. Вот теперь налево. Да. Бля, вот я машу. Не туда. Куда? На заправку. Налево. Да, вот налево, но прямо. Что? Ну повернись, иду влево. Вот, теперь вот. Прямо. Вот так. Через мост, который поднят. Как Watch Dogs прям. Я почти играл. Что это за дебилы? Они едут? Окей. Ну ладно, раз ты в нижнем белье, то я один в нижнем белье. Будем соблазнять врагов. То есть, подожди, ты мы сейчас выбирали полчаса одежды для того, чтобы... Извините. Блин, нифига, у меня сиськи. Грудь. Большая. Да, я понял, спасибо. У персонажа безумно какая-то огромная. Ну ты же создавала все. Ну так, я знала, что делаю. Нет, на рюкзак больше пойдет аниме-кошка. Пойду негра отдубашу, что ли. Я просто представляю, мужик такой в торговом центре, пойду негра убью. Достала. У тебя лифчик не под цвет. Тихо! Я модный. Ну, тихо, за нами коп даун. Садись. Стреляет влево. А мы справа находимся. Вон. Давай, говори, куда ехать. Направо. Через мост, естественно. Да, думаю, у тебя разгона хватит. Да. Так, дальше куда? Почему ты выпрыгнул? Я просто, знаешь, под землю провалился, у меня голова одна торчит, такой вот. Ты вылетел через крышу. С тобой бежит энергетик и машет руками. Он исчез. Внезапно. О, смотри, какой. У тебя есть этот рыжий вертолетик? Есть. Блин, какой он классный. Ты проходил 3 раза игру и не знал об этом? Нет. Я никогда не бывала на этих. Ты понял? Я понял. На этих. На аэропорте. А? Не была на аэропорте. Блин, смотри, какой офигенный вертолет. На аэропорте не была. Окей. Ладно. В аэропорту, правильно говорить? Как? На аэропорте. На аэропорте что? На аэродроме. Ну да, вот на аэродроме уже можно сказать, на аэропорте это уже извращение какое-то. Я буду на большом, а ты на маленьком. Это типа унижение такое. Нет. А я могу, подожди, зависни в воздухе, я могу тебя снизу распилить? Встань на месте.
нужно подстроиться под тебя снизу. Снизу распилить? Да. Ща. Я подстраиваюсь, подожди. Вот, должно быть нормально. Нет, я просто толкнула тебя. Блин, я думала, это будет эпично. Ну и что дальше? Мы угнали вертолеты? Нет, подожди, я хотела самолеты угнать. Что дальше? Мы угнали вертолеты. Такие тупые просто воры. Никакого плана. Его нет. Потому что он взорвался. Нет, я в белый взорвала. А, вот он черный. Ага! Черт, нет! Фак! Быстрей! Нет! Есть. Мы ну что, проверим. Все. Ты за рулем? Нет, я. Фак. Надо ехать задом. Видимо, игра не сексист. Позволяет женщинам быть первым. Ты не боишься, что ты разобьешься со мной в самолете? Я? Это про чисто мою фобию или в игре? Не-не-не, чисто про то, смотри, я беру разгон. Да, и врезаюсь в мою машину. Это шикарно. Вот теперь я боюсь летать на самолетах. Вот что ты наделал? Откуда там взялась машина? Я думала, она дальше стоит. Поехать. На аэропорт. На аэропорт? Да. Ну почему? Подожди, как я в предыдущий раз сказала? Я забыла. Аэродром. На аэродром. Все, я исправилась. Почему я вышла? Почему ну, не знаю. Это моя машина. Садись свою. Ты выгнал меня из машины. Сейчас я сяду. Нет. Это за твой аэропорт, на аэропорт. Все, давай, на счет три. Подожди, я смотрю себе в нос. Как мне повернуть? Я тоже. Ты пока будешь разгоняться, он перевернется. Кто, самолет или... Камера. Окей, я взлетаю, все. Подожди, тут нужно же... Да, давай, все, поехали. Ну ты быстрей! Вертикальный взлет, я не виноват. Вот это, которая с молотом. Да, нужно у него между ног пролететь. Давай, я жду тебя и без тебя не полечу. Ну, я рядом. Ты уверен, что мы пролезем в эти... Я думаю, да, давай попробуем. Между ног. О, охренеть, смотри, здесь вертолет появился, копы. Запретная зона. Ты пролетел у него сквозь ног? Нет, я лечу, и я очень боюсь. Тихо, подожди, мне, по-моему, колдебец. Save my life. Ой, блин. Не туда, вниз. Вот тут нормально, получилось. И ты опять умер. Это ты умер. Нет, оживите братка, мне пишут. Мне тоже оживите братка. А, я поняла, это ниндзя умирает. Это они сбрасываются, короче. Все в порядке. Нет, там точно есть, ну поверь мне. Что за говно сейчас произошло? Живите, я брат, не поняла. Чувак, короче, привез мне самолет и выбросил из него. А самолет продолжает летать, а парень разбился. Можно было нажать F. Все. Нормально. Давай. Клево, но я не взорвалась. А меня крутит. Я вижу на карте. Крутит. Фу, чуть не блеванул, господи.